Здравствуйте, я Данилина Мария, и вы смотрите новости «Восход Вест». 24 ноября прошел Всемирный день матери. В честь этого праздника в нашей школе был организован концерт для наших любимых мам. Было представлено множество ярких и завораживающих номеров. Праздничный концерт посетили наши ученики и их родители, которые остались довольны представлением. 26 ноября в нашей школе прошел географический диктант. Множество ребят и взрослых пришли проверить свои знания в области географии. Третий географический диктант состоялся 26 ноября в 12:00 по местному времени во всех регионах страны. В этом году акция стала международной. В ней приняло участие Австралия, Азербайджан, Аргентина, Великобритания, Дания, Норвегия, Сербия, Сирия, Турция, Черногория, Чехия, Китай, Румыния и множество других стран. 30 ноября в нашей школе прошел открытый урок пожарной безопасности, представленный пожарной частью номер 46 города Москвы ВАУ. Данное мероприятие было приурочено к 80-летию образования 46-й пожарно-спасательной части. А цель открытого урока – формирование гражданской активности. Ученикам нашей школы продемонстрировали работу пожарно-спасательной бригады, рассказали о мерах безопасности и также разрешили попробовать самим стать пожарником на время.